До 1 сентября буквально несколько дней. Ученики пойдут в школу. Онлайн-обучение отменено. Взрослые выдыхают. Больше не надо объяснять ребенку давно забытую таблицу умножения. Родители и дедушки с бабушками накупили тетради, ручек и фломастеров. Интересно, а что детям рассказывают об экологии в школе? Волнует ли их состояние природы? Какие мероприятия устраивают в классах? Об этом мы поговорим сегодня с учителями, школьным психологом, экспертами и, конечно, с самими детьми. Это канал «Экосфера», меня зовут Наталья Просветова. Всем привет! Чтобы узнать, как экология включена в общеобразовательную программу средней школы, мы позвали к нам в гости Илью Разгона, учителя биологии. Действительно, такого предмета, как экология, в школьном расписании не встретить, но в обязательном порядке в учебнике за 10-11 класс есть раздел «Экология». То есть это то, что именно отдельно оформлено, выделено, и там есть определенные темы, которые проходят. К нам в гости мы позвали Ирину Манякину, преподавателя английского языка. Ты спросишь, а при чем здесь иньяс и проблема экологии? Будучи человеком заинтересованным, я считаю, что нужно больше этому внимания уделить. Тем более, если касаться детей, то я понимаю, что их нужно вовлечь. Ну, вот у меня возникла идея создать такой проект, видеопроект, что-то вроде ролика, сказки. Я придумала сценарий, придумала героя, которого зовут мистер Грин, ну, понятно, зеленый. Человек, который, ну, или существо, очень озабочен проблемами экологии. И, собственно, детей, героев, антагонистов познакомила с этим мистер Грином, и в итоге они научились сортировать мусор, поняли, насколько это важно. Они даже поняли, что неосознанно разрушали свою планету. И для некоторых это было открытие. Да, действительно, некоторые увлеклись. Ну, для кого-то это было просто обычным заданием. Но есть те люди, которые действительно увлечены, которые занимаются переработкой, сортировкой, и это действительно классно. Но самое удивительное было это получить фидбэк от малышей. Потому что малыши, они даже родители, потом пошли учить, что нужно тоже делать. Или... Я от многих слышала, то, что именно дети приходят к родителям и говорят, то, что мама, так нельзя, это не выкидывай, это сюда. Это да, именно так и происходит. Да. Мы задали несколько вопросов сотрудникам школы Летова, чтобы узнать, как обстоят дела с экологическим образованием у них в школе. В рамках академической программы у нас нет отдельного предмета экология. Экологические темы разбираются на биологии, дети делают разные проекты, посвященные этому в рамках уроков. Но отдельного предмета такого прямо нету. Но есть во внеакадемической программе, то есть то, что дети после уроков и в общем в большей степени к самовыбору. Есть разные кружки. Есть разная проектная деятельность, связанная с экологией. И у нас есть некоторые там мероприятия, приглашенные лекторы, экологические инициативы. В школе есть группа учеников, которые самые у нас... Активисты! Да. Продвигают всякие экологические инициативы в школе, да. А какого формата примерно вот мероприятие? Может быть, какой-то пример приведете? Ну, мероприятия у нас бывают, ну, приходят лекторы из разных организаций, самых разных. Мы выезжаем с детьми на тоже на какие-то, не знаю, в собираторы ездили. Или в собираторы даже были? На завод по переработке пластика. У нас дети занимаются уборкой ближайшего леса. Из-за новостей о последствиях изменения климата многие испытывают экотревожность. А дети ощущают ее? О том, что беспокоит школьников, мы узнали у психолога Юрия Пономарева. Дело в том, что очень большое количество тревоги зачастую передается от самих родителей. Поэтому если родители имеют так называемую экотревожность, то и дети на этом фоне, да, потому что они находятся в фоне родителей, постоянно с ними, там, да, там, по вечерам и так далее, и в любом случае как-то слышат это и впитывают в себя. И на самом деле, как раз-таки зачастую дети могут и, так сказать, детям может передаться, да, эта экотревожность, и они могут тоже начать там волноваться, тревожиться, бояться там, и так далее. То есть есть что-то такое в будущем, есть, ну, как бы проблема здесь и сейчас, но как бы ее исход, он как бы немножко в будущем. И в это состояние неопределенности оно и вызывает эту тревогу. Следовательно, исходя из этого, можно сказать, что ребенок
тревожность, боясь чего-то, что будет, может происходить в будущем, он начинает собирать информацию от взрослых. И поэтому здесь, я считаю, очень важно достаточно открыто, свободно и говорить правду. Правду о том, как ты действительно это делаешь, как я обхожусь там с пластиком, например, да, или как, какое мнение я имею по тому или иному вопросу и так далее. То есть стараться как можно больше дать им информации, которая сможет внести немножко определенности в их жизни. Убиратор уже несколько лет работает с московскими школами, приучая детей сортировать мусор. Мы пригласили к нам в студию представителя компании, менеджера по продукту Эльвиру Зинатулину. Детям, наверное, не так дотошно нужно объяснять, как взрослым, почему важно там, сохранить природу в первозданном виде, почему важно не навредить. И когда это то, что... более открыто, мне кажется, да, да, по восприятию, да. Меньше вот этого скептицизма, наверное. Все верно, да. И они готовы к каким-то... к внедрению новых привычек в своей жизни, чтобы вот избежать каких-то негативных последствий. Поэтому, мне кажется, реагируют очень хорошо. И здесь тоже нужно сказать отдельную благодарность инициативным учителям, которые в школах вот своей энергией, да, тоже заражают ребят, проводят дополнительные какие-то занятия для того, чтобы вот ребят в эту тему вовлечь, и когда они уже заряженные такие, понимают, почему это важно и нужно, они с удовольствием присоединяются и к проведению таких практических мероприятий. Теперь пора поговорить с самими детьми. О чем им рассказывают в школе? Говорят ли они об экологии с родителями и друзьями? И как помогают природе? У нас был такой предмет из сознания, там покрывалось, в принципе, все. Но вот прям, чтобы много говорили об этом, не было такого, но были определенные там 1-2 урока условные, когда нам рассказывали об экологии, плюс многие могли взять доклады об экологии, ну, на тему экологии и там обработки, переработки всяких материалов, поэтому, ну, так. Приятно немного, потому что когда там слышишь истории те же, то, что погибают, то, что ты там смотришь иногда, листаешь ленту, и там начинают писать, типа, ну, скорее всего, этот вид пропадет скоро, много чего начало появляться в красной книге, ну, вот такое вот. Ну, конечно, неприятно, что вот из-за того, что там и глобальное потепление происходит, и вот это вот все, оно как-то вот внезапно на нас напало, несмотря на то, что были этому предпосылки. Вот, ну, не прям сильно парит, но иногда так думаешь, и такой, блин, вот дела. Во дворах начали ставить баки, один голубой, другой серый. Там, где разделяют, ну, там, где голубой, должен быть мусор такие, ну, такой, как пластик, картонные коробки. И я видела, как люди выбрасывают и мусор обычный туда, и еще плюс, когда его начинают вывозить, это все в один грузовик мусора. Вот. Мне стало очень обидно, а так до этого мы разделяли. Если честно, я и не догадывалась, что детям в школах говорят об экологии. Тем приятнее узнать, что взрослые, которые заботятся о планете, передают свои знания и навыки школьникам. Эко-олимпиады и сбор вторсырья, специальные уроки и полезные эко-привычки. Хочется сказать большое спасибо всем, кто своей работой побуждает детей и в итоге их родителей заботиться о природе. Спасибо, что смотришь нас, ставишь лайки и делишься с друзьями. Читай наш сайт Экосфера Пресс, подписывайся на канал, слушай подкаст «Голос Мицелия». С вами была Натали Просветова. Увидимся!